Всем привет, с вами Fashion TV и я Виктория Гилворк. Сегодня российский дизайнер Александра Серова представит на закрытом показе светской публике свою новую коллекцию вечерних и свадебных платьев от кутюр. Пропав из поля зрения на несколько сезонов, дизайнер не теряла времени даром, и сегодня в Театре школы современной пьесы мы увидим плоды ее творчества. Ну что ж, пока гости и поклонники бренда съезжаются на показ, давайте зададим Александре несколько вопросов о том, как идет подготовка к ее возвращению. Какие на сегодняшний день тенденции в свадебной моде, на ваш взгляд? Вы согласитесь, что был период, когда практически все невесты выбирали приталенные платья с длинными шлейфами. Потом мы от этого отошли, мы вернулись к пышным свадебным платьям. Сейчас сказать, что есть одно направление, это будет неверно. Все-таки невеста выбирает сама для себя. И мне кажется, с точки зрения свадебного платья, это правильный подход. А в этот день девушка должна быть в том платье, в котором она себя представляла и мечтала видеть, а не в том, что нам навязано с точки зрения моды и трендов. Мастера вашего салона сегодня принимали непосредственное участие в подготовке этого прекрасного мероприятия, показа Александры Серовой. Скажите, пожалуйста, какие были выбраны образы? Да, действительно, мы сегодня принимаем непосредственное участие в образах моделей. Выбран был единый стиль, это адаптированный театральный Голливуд для всех девушек. Мне кажется, таких, как Саша, больше нет. Любое ее платье – это подарок. Это что-то грациозное, в котором девушка чувствует себя богиней. Всегда прекрасно. Вы знаете, я с удовольствием ношу ее платье. И вот, например, в этом платье я в прошлом году вручала золотой граммофон на сцене. Мне было очень приятно. Мне было в нем комфортно. И, ну, потому что мне Саша сама очень импонирует. И мне кажется, что она делает очень красивые вещи. Кстати, в чем уникальность нарядов от Александры Серовой? Уникальность в том, что все сделано вручную. Это очень такая монотонная работа, очень долгая она работа, потому что я знаю, Сашенькой дружу, и просто знаю, как она трудится над каждым платьем. Для нее это каждое платье – произведение искусства. Обязательно пару платьев приобрету. То есть вы уже присмотрели их себе? Да, я видела, очень красивое. Мне очень тяжело понять грань, лично мне. Вот сколько камней можно, а сколько нельзя. Вот какое количество камней – это красиво, а после какого количества – это пошло. Вот Саше это удается. Мне кажется, в этом ее уникальность. Когда все ее платья, при том, что они вау, они не смотрятся пошло, а смотрятся очень достойно. Сегодня Александра выбрала, наверное, не случайно театр, чтобы представить свой показ, как такая перформанс женской элегантности. Хочу вас поздравить с потрясающей коллекцией. Вы сами, наверное, почувствовали, как вам аплодировали, как аплодировали моделям вашим. Это было фантастически, феерически. Мне кажется, что в этом году все невесты захотят выходить замуж именно в ваших платьях. Спасибо огромное, я очень на это надеюсь. Но на самом деле я ничего не почувствовала, я слишком переволновалась. Все-таки показ в таком формате не фэшн, не в рамках недели, он намного более сложный в организации. И пришлось потратить свои силы не только на создание коллекции, а на то, чтобы все это прошло гладко. Мой эмоциональный посыл был как раз именно в том, чтобы заявить о себе не как о дизайнере только вечерних платьев, но и как о дизайнере свадебных платьев, потому что я считаю, что моя команда, мой
бренд не уступает ни в качестве ткани, ни в качестве изготовления мировым брендам. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы наши девушки выбирали отечественных дизайнеров. В этом сезоне половина коллекции была посвящена свадебным платьям. Наряды от Александры Серовой преображают любую женщину, пробуждая в ней чувственность, элегантность и благородство. Вы смотрели Fashion TV. С вами была я, Виктория Гилворк. Увидимся. I love Fashion TV. 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 I love Fashion TV.